Мэрия дала добро на строительство первой высотки на улице Богдана Хмельницкого. Осенью прошлого года Анатолий Локоть приостановил разрешение на строительство жилого комплекса на месте клуба «Отдых» и дома спорта. Чиновники объясняют отмену запрета обещанием застройщика СД «Альфа Капитал» построить вместо снесенного дома спорта новый спорткомплекс. В декабре 2016 года экспертный совет при управлении по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области рекомендовал присвоить улице Богдана Хмельницкого статус достопримечательного места. После этого статус должны были присвоить в течение 2 недель. Строительство новых объектов в зоне охраны без согласования стало бы невозможным. Однако соответствующий приказ до сих пор не издан. Напомню, снос клуба «Отдых» и дворца спорта и возведение на их месте нескольких высотных домов вызвало волну возмущения и протестов среди новосибирцев. Активисты сейчас готовят ряд одиночных пикетов. По их сведениям, застройщик запросил у властей порубочные билеты. Под топор могут пойти десятки берез, сосен и знаменитые голубые ели.